«Вечерний Герасимец» с Романом Романовичем. ГИБДД решила призвать российских водителей и пассажиров пользоваться ремнями безопасности с помощью частушек. Как сообщается в пресс-релизе ведомства, пропагандистские частушки появились в эфире одной из радиостанций 25 апреля в рамках социальной кампании «Пристегнитесь». Ну, как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Давайте посмотрим, как это происходило. Камера, да? Да. Частушки, ГИБДДушки. Мимо тещиного дома я без шуток не хожу. То и штраф в забор просуну, то и палку покажу. Нет? А что? А, про ремни безопасности. Сейчас сделаем. Если ты не пристегнешься, то в аварию попав, ты не только но еще заплатишь штраф. А, дети, да? Ну тогда для детей, да, такое. Если ты забыл о пользе безопасности ремня, огребать ремнем по попе будешь лично от меня. Так, нормально, да? Сейчас для убедительности еще одну, чтобы проняло всех вообще. Непристегнутый убился о березу головой, а который пристегнулся, тот сидит прям как живой. Нормально так? Что значит уволен? За что? Секунду. За что?